Мы все в этой жизни гости. Ты и я это хорошо знаем. И каждому начертана своя судьба. Прими достойно этот подарок свыше. Не среди людей суждено остаться, а цветку в сердце пустыни спрятаться. С Мехди Ибрагим Вафа мы познакомились давно. Еще в 2011 году при личной встрече он указал мне на вишенку и сказал, что в будущем обязательно будет заниматься благотворительностью и напишет книгу для детей. Недавно я посетила офис Мехди, и он мне показал свою первую детскую книгу, где так красочно было проиллюстрирована та самая вишенка. За приятной легкой беседой мой друг также поведал мне о своих удивительных волшебных картинах. Живопись Мехди – это не только цвет, фактура и образ. Это еще и энергетика, чувство, способность. Одно из последних творений является картина под названием «Счастье рядом». Картина состоит из двух противоположных частей. Есть особенность этой картины в том, что она закрывается словно книга. А голуби играют большую роль в этой работе. И эта картина имеет особое значение для художника, так как под слоем краски он изобразил путь к счастью. В офисе есть и самая загадочная картина. Так как она была нарисована 8 лет назад, но Мехди до сих пор не смог повесить эту картину, она сырая. Может быть, она ждет своего времени, чтобы застыть в вечности. Мехди рисует для души и всегда заряжает свои работы. Обычно это происходит в определенное время, или рано утром, или поздно вечером. Вначале он узнает проблему или интересующий вопрос человека. Свои картины он рисует маслом. Грунтует холст, пишет суру или аят из Корана. И обязательно на персидском языке, так как на русском – неточный перевод. Художник наносит арабскую вязь, затем снова грунтует и только после этого начинает писать свою картину. Каждая краска и цвет умеют говорить и имеют свое значение. Нужно правильно их смешивать, чтобы картина имела определенную силу и сохранилась та энергетика, которая нужна. В ходе наших съемок получилась новая картина. Фиолетовый цвет – цвет будущего. Как вы думаете, если будущее отображает фиолетовый цвет, то какой цвет отражает прошлое? Пение сердца твоего, мелодия души, тембр голоса твоего, танцующие дожди. Свежий запах твой уходит из тоски, прикосновение рук твоих в одной до костры. Милая, любовь твоя, подарок судьбы, буквы имени твоего, азбука любви. Прекрасно.